Какие меры принимает ГИБДД для повышения качества уборки улично-дорожной сети? Как в Самаре проходит реализация национального проекта безопасной качественной дороги? Какие очаги аварийности существуют на территории нашего города? Какова статистика дорожно-транспортных происшествий с участием такси и каршеринга? Смотрите программу «Город-тест» 21 февраля в 18:15. Гость в студии Александр Дерябин, замначальника ОГИБДД управления МВД России по городу Самаре.